Все мое почтение, друзья, и сегодня 13 января 2022 года, и вот стало известно, что госсекретарь Энтони Блинкен назвал попавшую под санкции Соединенных Штатов российскую фирму Parsett и ее руководителя Алара ключевым источником товаров и технологий для ракетной промышленности КНДР. Вот как вы к этому относитесь? Я лично считаю, что эта торговля оружием, лично для меня, это самая большая, так сказать, графа нелегальных денег для Кремля и кремлевской верхушки. И то, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против этой фирмы и подобных фирм, это прикрывает, так сказать, поток денег в кошелек путинской системы и путинских прихлебателей, приторытников. И можно только похвалить то, что Соединенные Штаты Америки вводят такие санкции. Это очень классно. До новых встреч, друзья!